Доброе утро, мои прекрасные друзья. Хочу пригласить вас на чашечку кофе с Галой. Мне пришлось ночевать у сына. Он улетел, хочет, чтобы я присмотрела за квартирой. Ну вот присматриваю вместе с вами. Я хотела вдохновить вас сегодня на шикарный день, чтобы у вас все получалось. Помните про наши три источника энергии. Это природа, искусство и общение с качественными людьми. Что я имею в виду? Это ваши единомышленники. Это люди, с которыми вам хорошо. С которыми не надо спорить, ничего доказывать. С которыми приятно, легко жить и общаться. Ну вот такой у меня посыл. Так, посмотрим на наш садик с этой стороны. Мы искупаемся. Сегодня 22 градуса. Может отвезти вас на террасу? Сейчас отведу. Сейчас. Я вчера ночью снимала. Я думаю, что ночью вам не так интересно. Давайте оглянемся. Это у меня спальня раз шикарная. Так, кухню видели. Все тут вроде неплохо. Пойдемте, я люблю именно террасу. О, давайте взглянем с этой стороны. Бассейн еще теплый, можно купаться. Так. Хочу вас развлечь. Поутряне. Упс. А, вот наша шашлычница. Ага. Несебр впереди, вы знаете. Так, ну и вот, собственно, то, что я люблю. Мы сделаем тут травку. И вот такой шикарный вид на горы. Вот еще розы у них цветут. У нас уже обрезали в моем комплексе. Вот люди встали. Утро красивое и утро прекрасное. Согласны? Шикарная погода, подарок природы нам. Ну, взглянем на наши, на что мы будем взглядывать. На инжир, страна инжира. Протяни руку, и он твой. Ну, надеюсь, достаточно на сегодня. Вы знаете, я большим уважением отношусь к вашему времени, к своему. У меня, как всегда, куча дел с адвокатами разных направлений. Мне нужно завершить сделку. Мне поцарапали машину. Надо решить что-то с машиной. Ну, это для вас не важно. То есть дела насущные нас ждут. Их надо просто делать и разговаривать о них. А я желаю вам прекрасного дня. Горного воздуха. Свежих мыслей. Больших свершений. И главное, чтобы все вы делали с удовольствием. Ой, что это у нас? Пытаюсь обнять вас любовью. Я всегда обнимаю любовью. Показываю вам или бассейны любви, или море любви. И горы счастья. Чао-чао, мои прекрасные друзья.